Да у меня включен VPN-чат. Сейчас я попробую перезайти. Сейчас, секунду. В TikTok именно. Вот как вы предлагаете мне жить жизнь? Подождите, зара... Эй! Сука, ковбой. Сука, ковбой. Я парень блокбой. Перед ней ща бигбой. Игры с ней я плейбой. Сука, влюбилась в ублюдок. Сука, плохая. То, что мне нужно. А наверху у нее ствол. Пью-пью. Сука, ковбой. Ее парень брокбой, перед ней ща бигбой, игры с ней я плейбой. Сука, сука, влюбилась в ублюдок. Сука плохая. То, что мне нужно. Она верхом, у нее ствол. Пью, пью. Сука, ковбой. Ее парень брокбой, перед ней ща бигбой, игры с ней я плейбой. Она плохая, perfect match, a bad boy. Наверхом какао. Под клипом 5000 звуков? Да ну зачем ты наврал Алсу 2579? Ну зачем ты врешь, бро? Ну какие, блядь, 5000 клипов? Обнови. Егор, ты чё кепку откусил? Да я первый написал так вообще. Бро, тебе можно по-долбоёбски шутить, ты мой друг. Кстати, видели танец? Вообще имба. Чек. Сука, ковбой. Чипать! Чипать! Сука, ковбой. Как это сделать? Чего мелкая моторика? Реально имба. Оп! Сука, ковбой. Пиздец! Блин, я надеюсь, что это станет трендом, клянусь. Опа. Сука, влюбилась в ублюдок, сука, плохая. То, что мне нужно. А наверху у нее ствол. Пью, пью. Сука, ковбой. Имба, имба, имба. Сука, ковбой. Я парень блокбой. Перед ней ща бигбой. Игры с ней я плейбой. Сука, влюбилась что? По сердцу. А-а-а. А у тебя такого нет. У меня такого нет. Имбулечек, имбулечек. С таким чувством юмора. Вновь дышать. Вот так вот. Кстати, а нужно ли погромче сделать TikTok? Чет? Или норм? Вау. Это реально вообще? Капец красиво. Как туда попасть? Вот сейчас переместиться туда, скажите тэпнуться. Кто-нибудь. Как тэпнуться вот в это место? Кто-нибудь? Админ тэпни. Пришла за супербоксами от Егора Крида, а вместо коробок их положили в обычный пакет. А почему? Может, на точке заканчивается. Ты видишь, лагает. Лагает, бро. Чат, чат, сек. Лагает. Объявление ко всем работягам Counter-Strike. Открылась вакансия рабочего на скинозаводе. Обязанности, значится. Первое. Заходить в ивент Epic Drop каждый день на протяжении осени и получать халявные предметы в скиногенераторе каждые 2 часа. Второе. Улучшать скиногенератор за шестеренки, чтобы скины были дороже. Третье. Работать на конвейере кейсов и открывать их за шестеренки. Там много чего интересного падает. Кейс открыть стоит 10 шестеренок всего. Нормально получается. А шестеренок этих вам отсыпят аж 1000 штук на первой же смене. По обязанностям все. Подать заявку на работу мечты можно по ссылке в описании. Пока мисс места есть. Это Баленти Бандит, твоя сука не дома. Кстати, завтра вот этот звук выложу, чат. Завтра выложу этот звук новеньким нормальным звуком, чтобы у вас был не всратый вот этот со стрима, а был хорош. Сука влюбилась в ублюдка, сука плохая. То, что мне нужно. А наверху у нее ствол. Не меняю близких. Милашка. Я прошу тебя. Не злись на меня. Бро, надо записать. Надо, надо обязательно. У меня все эти звуки сделаны, бро. У меня все эти звуки есть. Надо просто собраться и записать. Мне так лень тиктоки записывать. Я искренне не понимаю.
понимаю, что сделала людям публичным некоторым, с которыми я абсолютно не знаю. The fuck? Так, посмотрим, насколько камера в 16 Pro лучше, блядь. Ебать! Вообще ноль разницы. А, хотя подожди, вот так. А, ну нет, так разница реально заметна сильно. Даже с 15 Pro. Первое блюдо, приготовленное для меня. Хочешь, я буду тебе готовить? Серьезно? Блядь. За что, это бро? Вайп 80-х ходил, да? Да. Ну давай соври, что мне не придется доставать наши скроты и попыток минимум три. Ну давай соври. Мы просто у меня тоже был там концерт. Сука, ковбой. Эй. Сука, ковбой. Эй, бля, как охуенно, что под этот трек начали танцы делать. Это просто W. Охеренно, я в Астане запишу с танцорами TikTok, бля, как не забыть это сделать. Надо снять по-любому с ними кучу видосов танцевальных. Дядь, как он кайфует, нет, чек? Да ладно, Кэтмен! Честно, имба. Я бы хотел... чтоб у меня Кэтмен был. Папа не дал мне ни цента на музыку, все, что он дал, воспитание. 17 лет я себя обеспечил, он дал мне респект за старание. Ублюдкам проще думать, мой успех проплачен. Но, увы, я вас рад. Дабы не было зимы в городах и селах, никогда б не знали мы этих дней веселых. Не кружила б малышня возле... Ах, почему был светофор зеленый? Какие мужчины, как их вообще можно уважать? Да ну нахуй! Встань на колени, let's get it, boy. А, я думал, это вообще другой человек, прикинь. Бля, я хочу стрим с катка сделать, чат. Когда будет каток какой-нибудь открыт зимой, сделать стрим с катка. Имба будет, не? Вот как раз, когда будут мегакачественные IRL? Скоро, чат. У меня сейчас запланировано два как раз IRL. Один у нас будет стрим с Диппинсом IRL. И еще один стрим будет с Владом Куэртом. Совсем скоро. Два IRL-чика проведем, поэтому... в ожидании будьте. Бля, вот этот бы видос, вот у меня мысли были переснять сейчас этот видос, понял, со вторым боксом с новым приехать, ну, записать новую тему, только новый фристайл. Просто с золотой картой расплатиться. Спустя, типа, много лет. Ну, просто когда это делать, бро, вообще? Все упирается во время, короче. Все упирается во время. Почему такие рандомные реки? Потому что я не сижу в ТикТоке. Ну, типа, я не скроллю ленту обычно. Не могу дышать, мне не видно неба. Save that, сохрани это для нас. Красиво выглядит. Всем здравствуйте, хочу рассказать, откуда у меня этот шрам. Ебать! What the fuck, bro? No time to relax! Simmy, simmy, yeah, simmy, yeah, simmy, oh! Hey, there's no time to rest!
for Sonic Speed. Блин, Соник это реально W. Очень W character. Character. Люблю Соника. Я его не открывал, дабы открыть его вместе с вами и показать. Бля, реально как моя галерея. Реально похож на мою галерею. Жиза вообще. Не, ну это W. Блин, забыл. Я забыл. А где? О, о. Я же такой смайлик сейчас ставлю. Реально, хотели бы вот так тачку себе сделать, чат? Ты так любишь говорить. Ну это мы с тобой, Эрик, отвечаем. Кто где? Ну я слева. Может я? Ну может ты. Мяу. Мяу-мяу-мяу-мяу-мяу. Если авария, то все сразу в лицо осуждаю. Новый тренд из ТикТока – американский салат в пачке чипсов. Для салата. Бля, пиздец, рекомендую. Многие говорят, что похож на Крида, реально? Ты не вообще не похож, бро. Как будто вообще нет. Да-да. Чат, похож, не похож? Плюс чат, если похож, минус, если не похож. Резко. Мне кажется, я больше похож. Кому? Как будто нет, нет? Нет, ну себе счет пишет, нет, понял. Только твои губы, шоколад, а сажи мне нужны. И без тебя, и ночью. Бро, надо с ним ИРЛ. Бля, отвечаю, я вот с ним так бы разъебался вот в этом магните, бля, или где он там работает? Просто отвечаю под этот трек за кассой, нахуй. За кассу подходишь там вот? Бро, просто вот, представьте, вот вы такие, можно мне, пожалуйста, один супербокс? Фак! Мне не нужны. Дайте что-нибудь послушать. А почему так ты все это сделать? Бро, я не помню. Я реально не помню. Но есть другая проблема. А почему? А что? А у меня так тихо трек играл? Где живет моя красота? Бля, у меня так же, отвечаю, глаз дергается, клянусь. Жюри снится так вообще страшно. Голубые у нее глаза. Так не голубые же глаза, нас наебали здесь. Ребят, сегодня решил что-то впервые сварить сам, без помощи мамы. Вроде в целом неплохо получается, но что-то есть одна проблема. У меня молоко убежало, напишите в комментариях, что делать. Ребят, неплохо, сегодня... Неплохо, неплохо. Я наберу потом мысли об одном. Твои губы. Сука, влюбилась, ублюдка, сука, пока. То, что мне нужно. Нихуя, у мамы сурка, бой. Сука, бля, буду вообще не как Кид Ларой танцует. Присмотрись, просто прикинь, что это Кид Ларой. Просто одно лицо, типа. Сука, бой. Сука, бой. Твой телефон, но никогда не позвоню. И вот ты так вот. Мы в унисон и набираем, я люблю. За что? За что она знает мой телефон, но никогда не позвонит? За что? Абьюз. Абьюз. Минус рэп. Это что? Это тоже у меня абьюз. Это что? Хуйня. Какая-то ненужная шняга, типа? Угу. Понял. Сон ми корасон.
Да ебать, ну идите нахер все! Это реально существует. Ну просто идите нахер, кто сейчас где-то отдыхает. Идите нахер, кто отдыхал, блядь, этот год. Идите нахер, все, кто отдыхал этим летом. Идите нахер! Простите. Извините, пожалуйста. Просто вырвалось. Я поднимаю руки, хочу тебе сдаться. Ведь ты же так красиво, свои 18... Диппинсу 22? Реально? А почему на Джонни возраста нет? Бля. Почему на Джонни нет возраста? Бургерленд Хеллоу Китти? Ха? Ну я до сих пор не знаю почему. Твоя мама говорит. Ты пиздишь. Ну да нахуй. У кофта одна и та же. И твой... Да не, ну ты пиздешь, это другой тип вообще. И твой стиль зал меня брат. А? И кресло одинаковое на фоне. Папа, но я не кончаю внутрь. Моя мама говорила, суки, поголовно вручь. И твой стиль звал меня папа, это но я не кончаю внутрь. Моя мама говорила... Бля, реально, это как выглядим мы, когда мы записываем под английские треки, нахуй, не знаю текст. И поголовно врут, раскопайся в себе яму, ведь у нищих нету слуг. Не прошло 5 минут, как я заролил. Ведь мне не похуй на здоровье. И твой стиль... Двигаться так, будто меня ужалил дьявол. Ебать! Тебя вряд ли, бля! Сука, влюбилась в ублюдок, сука, плохая. Это что мне нужно? А наверху мне стол. Сука, ковбой. Переходик. Сука, ковбой. Я парень блокбой. Перед ней ща бигбой. Игры все я плейбой. Но вещи как старбой. Она плохая, значит бэдбой. I'm a bad boy. Мне стол. Сука, ковбой. Бля, ну этим челам я уже все залайкал, все видос. Сука, ковбой. Я парень блокбой. Вы прикиньте, чат, мы с вами скоро увидимся. Всего лишь через год, блядь. В Лужниках. На 80 тысяч человек, броу. В Питере. На 60. Дабл и на чат. Всего лишь год осталось подождать. Ну, быстро пройдет. Не, ну мы... Меньше. Что? Меньше года, как будто уже. Меньше года. Меньше года уже, да. Ну, следующим летом, получается. Уже на чат, через 3 минуты идем на через 2 минуты идем на аукцион. Модры, заспамьте через 2 минуты аукцион. Всем привет, и мы с вами находимся на Fifth Avenue, самой главной и дорогущей улицей Нью-Йорка. Блин, у меня есть мечта, на самом деле, так хочется в Нью-Йорк полететь на Новый год. Вот каждый год думаю про то, чтобы надо полететь в Нью-Йорк на Новый год, и никогда не лечу. Никогда не лечу. Не знаю почему, но не лечу. Но хотелось бы в Нью-Йорке провести. Знаете, это такая детская мечта еще, связанная с «Один дома», поняли, вот с этих фильмов, когда Макали Калкин юный ходил там по этому... Вот, по... короче, вся эта атмосфера, поняли? Набирает просмотры код, который... Мама, иди на звонить, телефон трезвон. Quiero tenerte, no te voy a negar. Estamos claro y ya. No te lo voy a negar. Вот так. Я самый грязный заяц. Типа. А там реально так в клипе был? Кто ты? Я самый грязный. А, я понял. Заяц. Бакс в бане. Кидаю деньги в сауне. Бакс в бане. Меня просто... Мешаем мента с колой. Ты секси Егор, бро. Ты секси Егор. Чат, а вы кто?
Вы какой, Егор? Она прется с меня, как школота от новой школы. Сука, Шанель, за сумку Шанель, так everyday, everyday. Сука, модели, цадоки, портфели, на нем куча змей. Куча змей. Ты знаешь, о чем я? Я много кроссу. Я класс. Чат, кто лысый Крид? Кто лысый Крид? Просто кто лысый Крид? 7 А. Мы отстаем от учебного... Вот что с тобой будет, если не будешь отвечать на мои тиктоки. Я не буду даже смотреть. Я пережу. Это пиздец. Ну, фотка сильная, клянусь. Два рюкзака ловят он, let's go. Я копил, между прочим, эти деньги. Так, копил. Пицца пепперони. Пицца кверендони. Пицца мельдандони. Пицца для гандони. Я копил. Мы так не любим крыс. Не любим. Да, я люблю кушать, да, я тоже хочу рис. Да, я люблю кушать, да, я тоже хочу чиз. Эта сука бушит, я влюбился в ее низ. Делает, что надо, потому что я артист. Это кто? Мы... Чем больше он ебашит, тем я краше. Сижу и думаю... Блядь, что за песня? Похоже, кстати, чуть. Жопу феминизмы ваши. Сука влюбилась в ублюдка, сука плохая. То, что мне нужно. А наверху у нее стол. Пью-пью. Сука ковбой. Бум-б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 ум. Сука ковбой. Йо, парень, брок-бой. Передний еще биг-бой. Тикток, добейте здесь, пожалуйста, 5000 клипов. Остался один клип, ну что, вам жалко, что ли? Аукцион? А, это ее сестра? Реально? Клянитесь. Мне тоже написали. А, это реально сестра Карамбэйби. Чем больше он ебашит. Ника я. Давай покопаем столи. Прикольно. Ну это вранье, да, вы наврали. Че, чат, идем в аукцион? Идем в аукцион? Последний, последний тикток, последний. Бля! Сука, влюбилась. Это видели. И ради этого! Это можно, можно закончить. И ради этого! Понятно. Но это стоило того, поверь. Все, идем в аукцион. Кто говорит?